Мир вам, дорогие мои слушатели, с вами, как всегда, Татьяна Оренсбург, работаю на 18 каналах. Продолжаем изучать тексты Корана. Перед нами перевод Крачковского, сура под номером 2, корова, 146 аят, который рассказывает о деятельности Махди. Это еще один аят из этой суры. И мне бы хотелось обратить внимание на деятельность этого человека для того, чтобы вы понимали, кого слушать и кого искать. «Мы послали среди вас посланника из вашей среды. Он читает вам наши знамения и очищает вас, и обучает вас писанию и мудрости, и обучает вас тому, чего вы не знали раньше». Итак, посланник из вашей среды, то есть это обычный человек, обучает вас тому, чего вы не знали раньше. Тексты Корана вы знали, значит, он обучает вас тому, что вы еще не знаете. Обучает вас писанию и мудрости. Тексты писания включают абсолютно все богодуховенные тексты. Что такое мудрость? Это те знания, та смысловая нагрузка, которая заложена в пророческих текстах. Читает вам наши знамения. Вот этот вот глагол «читает» сигнализирует нам о том, что это грамотный человек. И речь идет не о пророке Мухаммеде. И очень интересно, в этом аяте говорится о том, что он очищает вас. Если в предыдущем аяте о Махди речь идет об очищении аятов, то здесь очищает вас. То есть делает вас праведными. Потому что человек, приобретающий знания, он, безусловно, очищается от той скверны, которую совершает, поскольку ему непонятны многие вещи. Поэтому необходимо изучать богодуховенные тексты целиком и слушать людей, которые учат вас Писанию. Всего вам доброго, до следующих встреч!